Странная Сити. Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки – неистихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп. Так что... Снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загорбят. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Перезаряжаю! Через секунду открою.
Просто отвлеки его. Дальше я справлюсь. Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! На датчиках движения нет. Вот же вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Господи Боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, сэр! Ну, вроде помогло. Фуэрэсэ, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Встань у входа!
шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Нет, мама, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Так и знал. У нас на хвосте висит фургон. Здесь гадовый. Приносится мне это совсем не нравится. Держись!
Берда! Пардон! Попались, мрази! Вы! Зайца-водителя! Чингаду! Портил я ведь твои малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что у меня такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Вы сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжай. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь? Когда это я был невежлив? Всегда? Я всегда очень вежлив. Хопер, ты глянь, Ви, тут все серьезно. Не похоже на обычную облаву. Потому что это не обычные копы. Это Макс-то, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарваться. Увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Хай, Луэк. Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колберт. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал.
Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самый редкий и пользующийся спросом имплант на рынке – биочип от Arasaki. Но для начала нам все-таки стоит ввести наших зрителей в курс дела. Карина, что такое биочип вообще? Можно одним словом? Одним словом? Да блин, опять ворота заняло. Мы уже два раза за ремонт просили. По-моему, нас наебывают. Стой улицы и нашей без страха.